Друзья, вчера купил наушники Sony. И что вы думаете? Сегодня я такой довольный, пью чай с утра и слушаю там разные ютубчики, смотрю и жую что-то. И тут я понимаю, что у меня того, что я жую, вываливается наушник из левого уха. И он падает не на стол, не под стол, а в горячий чай. Я его тут же достал руками. Я уже не думал о том, что чай горячий. Вот. И, к счастью, все хорошо. Но, конечно, это жесть. Вчера купил, сегодня уронил в чай. Это уже такие звоночки. Потом, если с ним что-то случится, то вполне возможно, что... Ну, я буду думать о том, что, скорее всего, это из-за того, что он в чай упал. Ну, так оно и будет. Идешь такой по Москве, тут Поклонная гора рядом, всякие арки красивые, потрясающие. И матрас на траве. Кто-то отдыхал. Ну, это прям, я не знаю, классно это или нет. Наверное, не очень. Касательно наушников, что еще могу сказать? Как-то у них вот эти сменные насадочки. Они, конечно, пенные, они классные, но, блин... Знаете, там есть большие, средние и маленькие. Вот средние мне маловаты, а большие мне большеваты. И поэтому, возможно, выпадают наушники. Не знаю, может, не поэтому. Но что-то у меня левый наушник неуверенно держится. Правый более-менее, а вот левый как-то совсем так, знаете, я его постоянно поправляю. Посмотрим, может, привыкну. Но звук хороший, конечно. По звуку ничего не будет. Итак, друзья, у меня прекрасное настроение. Что может быть лучше, чем прекрасное настроение? Хотя кругом такая сырость, промозглая погода. Ну, не знаю. Я в субботу еду на пары, у меня целых 4. Работа мне приносит удовольствие в любом случае. Поэтому почему я должен грустить? Вот если бы я сейчас сидел дома и думал, бля, чем заняться... Куда пойти, что делать вообще. А так, благо есть куда идти и, как говорится, чем заняться. Конечно, когда у вас работа с утра до вечера, как рабы, и она не приносит вам удовольствия, и вы не пытаетесь свести там концы с концами, вот это ужасно. Я уже от этого отошел. Также я, знаете, еще из последних новостей расскажу своему другу, который живет в Америке, друг детства, Серега. Я сегодня написал насчет NFT. Я сам почитал, познакомился, что такое NFT. Там, оказывается, должен быть у вас кошелек, криптовалюты. Ну, в принципе, это приложение, там можно зарегистрировать и переводить туда. Вот, это первое. Кошелек. Второе, вам необходимо загрузить свою работу и за это заплатить $140. Вот это прям совсем меня не радует вообще. Я-то думал, что рынок бесплатный. Ну или хотя бы какие-то мелочи. Какой-то, не знаю, $10, ну $5, ну не $140 за одну работу. Может быть, другие рынки будут более мягче в этом плане, но пока что $140 я не готов платить, это очень много. С другой стороны, конечно, можно задуматься о том, сколько на NFT получают все остальные, там, какие-то миллионы долларов, да? Но опять же, купят ли твою работу? Это большой-большой вопрос. Может быть, она выстрелит, а может и нет, но в любом случае ты заплатишь $140 за каждую работу, представьте, да? Но я не знаю, вот я читал про девочку, которая что-то там $60 миллионов заработала, она загрузила что-то там 50 тысяч или сколько там, ну, короче, очень много работ своих, и она, получается, очень много заработала. Ну, блин, маленькая девочка, она что, $140 за каждую работу, что ли, платила для того, чтобы их потом купили за крипту? Я очень сомневаюсь, поэтому... Такие новости кричащие, конечно, это круто. Все сразу начинают бежать и что-то делать, но если так задуматься, стоит ли и как это сделать лучше, лучше бы эта девочка сделала гайд, как это нужно сделать, да? Вот.
Что еще сообщить? Ну, собственно, вот всеми любимая парковка, которую я каждый раз прохожу, когда иду через работу. На работу, точнее. Через эту парковку. Ну и, соответственно, скоро-скоро совсем дойду до метро. Там уже вот воткну наушнички свои новые. По поводу наушников, что могу сказать? Как-то там шумоизоляция, она вроде есть, а вроде ее и нет. То есть я слышу многие шумы, которые при моих больших наушниках я бы не слышал, вот, например. Но шумоизоляция работает как-то странно, она типа отрубает какие-то определенные частоты, а высокие оставляет, а низкие убирает. Как-то так она это делает, то есть сказать, что ты прям вот в вакууме, не могу. Опять же, может, я до конца еще не разобрался. Понятно, что делать выводы спустя, там, не знаю, один день, как ты послушал наушнички, глупо. И у меня еще левый наушник как-то невнятно в ухе сидит. Я каждый раз его поправляю, каждый раз пытаюсь как-то более точно поставить, но что-то не знаю. То ли это из-за этих пенных амбушюр, то ли из-за чего, не знаю. Может быть, поменяю со временем амбушюры. Или сделаю более точный по духу. Благо в Dr. Head так можно сделать. Конечно, это будет стоить приличных денег. Тем не менее. Ну, знаете, вот я вышел в субботу, утро, казалось, с утра. И я понимаю, что такая погода, она в Москве будет и конец осени, и всю зиму. То есть солнышко выйдет, ну, может быть, 1-2 раза. И, например, весной уже, ну да, солнце будет чуть-чуть почаще. Ну блин, это просто жесть. Вот. Какое-то такое уныние, депрессия. Они сразу заполняют тебя. Потому что находиться в таком очень сложно. И это только в Москве, в Питере. Если говорить про ту же в Тулу, в которой я был недавно. Там, например, один денек солнышко, один денек может затянуться вот так, но ненадолго. Или полдня солнышко. Но нет такой вот облачности бесконечной, как сейчас. И темнеет сейчас, блин, чуть ли не, ну реально в 4 часа просто. Вы, наверное, слушаете мое нытье, думаете, блядь, ты живешь в Москве, а мы живем где-то там неизвестно, в деревне. И еще все пишут, что пользуйся тем, что есть. Но это тоже верно. Попробуй. Друзья, гуляю снова по чистым, и неожиданная новость: замерзло озеро или пруд, что это такое, полностью покрылось льдом, ледовитой коркой. И если вот сюда куда-то встать, даже на травушку-бравушку, можно подскользнуться и улететь сразу же туда. Забавно, конечно, хотя сейчас идет снег с дождем, но мы видим, что озеро замерзло. То есть зима настигла как-то нас очень быстро. Уже залили катки, надо будет сходить на каток, кстати.
Итак, друзья, доброе утро. Сегодня, знаете, Сегодня думал, выйду на улицу. На улице ужасная погода, но как она есть. Буду сетовать на судьбу, жаловаться и так далее. Говорить, что все плохо, все ужасно, потому что, ну, так оно и есть. И потом вспомнил, сегодня смотрел ролик Дима Билан, плакал там в Инстаграме, пьяный, и жаловался на судьбу так же само, как и я хотел жаловаться. И я подумал, блин, ну мы тратим энергию просто вот впустую, и зачастую, когда мы жалуемся, жалеем самих себя, по кастанеде это именно так звучит, мы тратим очень много энергии, поэтому... Нужно ли это? Я думаю, нет. А в любом случае, хочешь, не хочешь, но, блин, каждый день нужно получать удовольствие от той жизни, которая у тебя есть. Это, конечно, вроде мазохизм какой-то, да, но стремись к лучшему, но получай удовольствие от того, что есть. Наверное, такой пока что уголок. Вот, конечно, странно, я выгляжу с палкой, либо ты сам с собой разговариваешь.